Для автолюбителей зима – это настоящая проверка на прочность как водительских навыков, так и технического состояния авто. Поэтому к холодному времени года машину следует готовить заранее. Многие обращаются в автосервисы, где машину полностью обслужат специалисты. Есть и водители, которые готовят автомобиль к зиме самостоятельно. В обоих случаях автовладельцам будет полезно знать о нюансах подготовки и о том, на что следует обратить внимание в первую очередь. При наступлении холодов нужно обратить хорошее внимание на охлаждающуюся систему в моторе. Вот, обратить внимание, соответственно, на жидкость, которая залита в омывателе. Это должна быть не замерзающая. Вот, потом нужно обратить внимание на гидроусилитель, на все эти соединительные моменты, шланги, патрубки, соответственно, картерную систему тоже надо посмотреть, чтобы нигде не было подсоса воздуха, соответственно, потому что при наступлении холодов резиновые соединения, они все дубеют. Соответственно, нужно будет обратить на это внимание. Потом также рекомендуется заменить масло на более жиже, на более жидкое, то есть повязкости, вот. И нужно обратить внимание на состояние резины, соответственно, это более всего важно, наверное. Вот. К нашему климату более подходит резина без шипов, то есть липучая, то есть липучка. Кроме этого, чтобы избежать замерзания дверных замков и примерзания уплотнительных резинок дверных проемов, специалисты рекомендуют обрабатывать детали специальным силиконовым составом. Но самый главный совет как от автоэкспертов, так и от сотрудников госинспекции – это быть внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и не использовать экстренное торможение при гололеде.